скучали? Поставьте лайк, пожалуйста. Екатерина Петровна, я подаю этого рота, возьму сейчас нахуй, блядь! Всем привет, чуваки! С вами я, Панда FX, и нет времени объяснять. День рождения FIFA Ultimate Team. Это тот самый ивент, который я жду каждый год. Ведь каждый год они придумывают какие-то ебанутейшие карточки, от которых мы просто все охереваем. Ебать, я в шоке, нахуй! Но, учитывая степень ебантизма в этом году, мы можем ожидать прям вот, ну, совсем пиздеца. Чтобы вы понимали, сейчас у меня на часах... Минут 10, 15, минут 5, 10, 5, 4, 5. Я только сейчас проснулся. Угу. Так, завтрак. Да-да, ютубер, у которого лям подписчиков, питается вот такой вот пищей. Ну, что поделать, тяжелые времена настали. Я почти месяц не выпускал видосы и немножко, так скажем, побичел. Но в этом можно найти свои плюсы. Я немного похудел, и эта футболка теперь, мне кажется, огромнейшей просто. Так, ну, в общем-то, залетаем в FIFA, и, по идее, сейчас мне должны яшники подарить пак за то, что я играл в их обоссанную игру. Ну вот, собственно, заходя сразу, можно почувствовать этот пиздец. Салах ЛБ. Мне почему-то кажется, что они перепутали его с Беллом все-таки. Это козырная позиция Белла. В прошлом году он был ЛБшником. Пора отмечать день рождения. Вы получаете особую форму FIFA 19 и редкий мега-набор. Награду 4 уровня. Куда ты лезешь? Вот что тебе, блядь, по земле нахуй не ходится? Так, ребята, собрал тут какой-то СБЧ, называется FIFA 09, как-то странно очень назвали, в общем-то, это не важно, а важно то, что выпадет нам в этом паке. Давид Вилья, ретроспектива у нас есть, и он очень круто будет линковаться в атаке с Фернандо Торресом, и, естественно, я его тоже соберу. И вы знаете, ребята, Салах на ЛБ звучало уж не так уж и поебанутым, потому что... Вы можете выиграть, внимание, Златана на ЦЗ, Налдо на опорники, это еще куда ни шло. Ретро Златан, прости, пожалуйста, но в скором времени у меня появится Златан на ЦЗ, вот тогда вот мы и заиграем. Отборы 97, подкаты 63, перехваты 52. Я, ну типа, даже не знаю, что сказать. Я думал, что предел пиздеца это вот верхушка фьючер старсов, но... Видя такие карточки по типу Златана ЦЗ, Салаха на ЛБ, ты понимаешь, что то ли еще будет, блять. Возможно, кто-то из вас заинтересовался. Андрей, а куда ты дел все свои монеты? Я вам напомню то, что у меня было 3 миллиона на аккаунте. И все эти 3 миллиона я потратил на пакетики. Сказочный. И самый лучший, кто мне выпал, это Делихт, Фикир, ну и, собственно, Левандовский. Но я ни чуточки не переживаю, потому что я знаю то, что в любой момент я смогу накрутить себе монетки благодаря сайту foodcoin.ru. Во-первых, потому что цены ниже, чем у конкурентов. Во-вторых, автоматическая доставка без всякого вот этого общения, выставляю этого, того и прочего геморроя. Ну и, собственно, безопасность. Поэтому, если вы также хотите монеточки, ссылка будет в описании. Ребята, ну, в общем-то, кушать надо. Поэтому две рекламы, простите. Вам не кажется, ребята, когда вот вы смотрите вот на эти вот статы, у вас немножко глаза ебутся? Посмотрите вот на эту карточку и посмотрите вот на эту. У меня такое ощущение, как будто мне нужно 3D-очки напялить, чтобы четко увидеть эту картинку. Ребята, я только сейчас увидел то, что в этой команде есть еще Ван Дайк на фейерве. Хотя подождите, это... Неплохая идея поставить этого молодого человека на цопника. Можете из ФРВшника сделать цопника. И статы очень даже позволяют, я вам скажу. Вот с Алабой какая-то залупа произошла, и почему-то они дали ему правый фланг. Зачем, блять? Типа, сделали бы его, как обычно, цапником, цепешником. Ну, правый фланг, хз, такое. Итак, тем временем я собираю Давида Вилью. Это первый составчик. Ну, а это, ребята, у нас вторая команда. Тут АПЛ-очка, смешанная немножко с Ла Лигой. Поехали. Забираем нашего Давида Вилью. О, да, ребята, вы только посмотрите на этого красавца. Рейтинг 92. Статы просто бум. Конечно, физухи бы побольше ему. Давайте теперь сравним с флешбэк-карточкой Фернандо Торреса. Так, у Торреса скорость круче. Удары у Вилли. Пасы, дриблинг, просто Ctrl-C, Ctrl-V. Что насчет FIFA батла, ребята? Если вам реально будет интересно посмотреть на батл двух этих пацанов, понаставим, ну, не знаю, 20 тысяч лайков, допустим, я с вас попрошу. И в ближайшее время, собственно, видосик этот и залетит. А если я не сдержу свое обещание, то я вот этот вот молодой человек. Чего? Я хотел только что сдонатить FIFA поинты, значит, 7500 рублей! Вы что, ебанулись? Ебать, чуваки, я в ахуе. Скрипя сердцем, ребята, я отдаю 2999 рублей. 4600 FIFA поинтов донатим. Я тут так еще подумал, ребята, тут появился Стивен Джерард. Prime Inform Кибер Супер Пупер Мега Карточка. Или как она там правильно называется. Я думаю, что Стивена Джерарда я один хер соберу. Поэтому давайте я запихаю сейчас сюда кумира. И у нас будет плюс еще один пак за 100 тысяч монет. Хороший пакетик, не доебешься.
Так, ребята, я не открывал эти гребаные паки довольно-таки давно. А вы знаете то, что если вы давно не открывали пакетики, EA Sports должны вам подкрутить, но не в этот раз. Первые створки. Common 83, окей. Так, ребята, пак за 100 тысяч монет. Давайте, верим и ждем. Верим и ждем. Волкаут! Yes! Волкаут есть, давай! Фьюдберсды карточка, сука, обычная карточка, блядь. Бразилия, Цопник, это Казимира. Нет, это Фернандиньо. Типа, поехали. Давай, давай. Давай, давай. Волкаут. Ну, блядь. Теперь пак за 125 тысяч, ребята. 125 тысяч. 125 тысяч. Давайте. Волкавит. Охуеть! Дубоис. Иди нахуй, Дубоис. Я предоставляю эту честь тебе. Открыть пак, который подарили на день рождения FIFA Ultimate. Пак мира. Пак вселенной. Пак галактики. Пак... Зато есть жетон драфта. 24 предмета, 24 редких. Давайте, я даже смотреть не буду, вы тоже не смотрите. Никто не смотрит, никто не ожидает ничего. И сейчас все открываем глаза и охуеваем. Кто это, блять? 84 рейтинг. Лорис 88. Но это был волкаут. Короче, ребята, что я могу сказать? Какие паки хуевые были, такими они и остались. Ничего не меняется, несмотря на то, что я не заходил хуй в тучу времени. Стивен Джерард, которого я покупал за лям 270 тысяч, уходит за 770 тысяч. Вот такие вот реалии, ребята, FIFA Ultimate Team, блять. В общем-то, ребята, вот такой вот видосик у меня получается. Эвент просто бомба, карточки заебумба, Ван Дайк на ФРВ, Златан на ЦЗ, Салах на ЛБ. Это то, чего мы ждали. Соответственно, сам подарок от EA Sports вы видели. Я доволен, конечно, спасибо. Могло быть и лучше, но... Знаю, и спорт лучше не могло быть. Ставьте лайк, если вам понравился этот видос. С вами был я, PandaFX, и увидимся на днях. Счастливо. Блять, так Миллер делает.